В степную столицу пришла настоящая зима. Столбик термометра на востоке области опустился до минус 34 градусов, сообщают метеорологи. В целом в Оренбургской области будет малооблачно. Сила юго-восточного ветра составит 4-9 метров в секунду. Местами на западе порывы достигнут до 13 метров в секунду. На этой неделе погода будет меняться довольно стремительно. Значит, последние два январских дня, 30 и 31, мы будем еще находиться в области повышенного атмосферного давления. Господство антициклона сибирского будет сохраняться, хоть мы и будем его на западной периферии. И антициклон, благодаря антициклону сохранится вот такая малооблачная погода без осадков и достаточно морозная, особенно в ночное время. Температура ночью минус 17, минус 22, на востоке минус 27-32, а дневная температура минус 9, минус 14, и на востоке до минус 19. Последствия пыльной бури, бушевавшей в Оренбургской области на прошлой неделе, скроет обильный снегопад. Выпадет он, по сообщению метеорологов, уже в четверг. После обильных снегопадов в нашем регионе ожидается оттепель. Столбики термометра поползут вверх. И уже с 3 февраля на улице потеплее до минус 6, минус 1 градуса. На данный момент в областном центре 11 мороза. По народному календарю считается 29 января, день Петра. Если в этот день мороз и малооблачная погода, то лето будет жарким и засушливым. Также в гидрометцентре сообщают, в ближайшие дни на дорогах области ожидается гололед и туман. Поэтому водители просят быть аккуратными и осторожными. Для Рабусева Георгий Бурлуцкий. Новости дня.